Как настоящий нефтяник, Олег Губанов суров и немногословен. Его стаж в нефтяной промышленности уже больше 20 лет. Понимает каждый из нас, что добыча нефти, что означает для всей России, страны и региона. То есть добыча, все зависит от добычи нефти. Для меня это работа, это есть семья, как бы говорится. «Самаранефтегаз» – одно из крупнейших предприятий Самарской области. Добывает более 70% всей нефти в регионе. В прошлом году наша область вошла в пятерку регионов-лидеров по добыче нефти. Увеличивается и количество новых скважин. Компания выходит стабильно на где-то 110 скважин в год бурения. А мы падали совсем недавно, 3-4 года назад мы бурили 27 скважин всего. 110 скважин, они обеспечивают на самом деле такой значительно более динамичный рост. И через 4 года мы будем добывать более 20 миллионов тонн. Вклад ваших коллективов, прежних, нынешнего, очень значителен. Именно благодаря вам наш город стал индустриальным центром нашей страны. Частичка вашего труда есть в тех орденах, которым награждена наша замечательная Самара. Значение нефти сегодня трудно переоценить. Люди этой профессии ценны и востребованы. За многолетний труд и большой вклад в развитие отрасли работники «Самаранефтегаза» награждены почетными грамотами. Павел Баймаков, Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.